привет, мы продолжаем прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. Мы уже повставали, блядь, козлы. Ну, блядь, сука. А где третий ваш? О, нихуя себе пристроился, блядь. А что ты, ребята, с вами произошло, блядь? Вам места мало, да? Веселые ребята, блядь. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас по квестам. Так, где у нас квесты? Блядь, не в ту сторону начал гортать. Так, умений пока нет, у нас задание. Соберите полную коллекцию карт для гвинта, сирени крыжовник. Ладно, давайте сыграем там гвинтом с человеком, который нам предлагал. Блин, опять какие-то фризы. Так, с тобой, да? Блять. Давай побеседуем. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Давай сыграем уже, блять. Сыграем в эту твою игру. Но. Покажешь правила. Только сперва объясни правила. Но. С удовольствием. Они просты, как конструкция цепа. Какая конструкция, блядь? Так, что тут где? Так, все карты. Карты колоды. Короче, загрузим сейчас все карты, а там как пойдет. Так, мгла, день, мороз, ясное небо. Хуй поймешь, короче, погнали. Потом разберемся. Так, обменяем карты. Нахуя мне две одинаковых? Так. Так, давайте топ пионера, наверное, выкинем. Кто ходит первый? Я хожу первый. Ну, давайте поставим баллисту. Или как она называется? Наверное, так. Ну, плюс-минус то же самое. Так, по 9 очей. Ой, блин, по 9 карт. По 5. У него 5 очей, у меня 6. Так, ну, блин, да пофиг, давайте так. Так, 10, а 10. Сейчас плюсанем. Бустанули нашу баллисту на один очок. А, блин, что он в отрыв идет? Хуй его знает. Давайте пятерочку. Блять, 17-17 поровну. Так, а мороз у нас на первую линию действует, да? Блин, так. Сначала силу всех рукопашных. Ну, тогда что, как его положить-то? Блять. А, интер надо уже. Ну вот. Ох ты, сука. Провопил я карту. Так, так, так. Ну, давайте, давайте, давайте. Закинем ему вот этого чувака. Плюс карта будет у нас. Блять, карта просто охуительная попалась. Блять, удогонитель попробуй. Так, если этот уровень. Это по картам уровень. Блять. Хуй с ним, давайте пацанем. Не знаю, наверное, зря, конечно. Ну, все-таки первый раз. Шесть. Так,
этого можно буст... А, блин, это же не бустуется. У меня нету такого второго чувака. 6 на 6, спасовал. Давайте тогда что мы сделаем? Нам надо выигрывать этот раунд. Могла это что? Блин, ну точно ж не на первую линию кидается. Ну да. Все, пасуем. По картам у нас поровну. Так, север. А, это у меня дополнение. Это у меня такая, да? А, точно, есть какой-то чувачок есть. Понятно. Хожу я первый, да? Ну давайте тут бабенцию зашлем. И хуй с твоим влой. А, не, у меня один чувачок есть, могу. А, не, это как раз на эту линию. Ладно, похуй, вот как раз ясное небо и пригодится. Нормально, должны, походу, выиграть. Потом я ясным небом по конце разморожу эту чувиху плюс 3 очка. Посмотрим, что у него за последняя карта. Да, все, выиграли. Может, даже последнюю. Ну, ладно. Вот и все, ёпта. Новичкам везет. Ладно, шучу, просто легкий уровень стоит. Винта. Ну так, все-таки. Пока еще первая сам игра. Ну так все, наверное, хорош. Пасовать. Все. А дал мне хоть каких-нибудь монет? Так так. Ты, оказывается, дока в этой игре. Да, именно так. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачек, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Ну, все, сиди, блядь, считай. Дали мне хоть каких пару монет? Так, двое. Делим 47. Игра, ты что, количество? Так, эта книга составлена по желанию князя Добери. При помощи магии показывает, где найти карты для гвинта, которых не хватает в коллекции владельца. Достаточно открыть ее и сказать про себя, а может партейку гвинт, и появится следующее. Так, Велин, 47, игра, так, Эрморхан 1, число карт, которые еще можно выиграть у игроков, не отличающихся. Так, короче, это все хуйня. А у ее можно купить? А, во, мне карту дали. Так, а где смотреть эти карты? Колода для игры гвинт. Похуй, добавляем. Там потом будет время, давайте не в этот раз. Разберемся, что еще тут можно. Чего-нибудь? Карты у тебя продаются, да? Или. Может, есть что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. Да, блядь, не острина. Вон какая-то есть карта. Чучело. Да у меня есть такая. Не, пизду, у меня только 90 рублей, блин. Все. До свидули. Прощай. Было приятно пообщаться. Блять, куда-то не туда чешу. А что тут? Блять, нельзя сюда. Так, с этим беседовали. Блин, да что-то уперся. Что, пацаны? А вы тут по-прежнему не рассоединились? Блять, какая беда у пацанов произошла. Так, потрещать с этим чуваком. Здорово. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, это этот, которого коняшку сожрали. Я жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Давай. За полцены это недорого. А что у тебя есть? Дай-ка взглянуть. Так, это наши боты, которые... Давайте их впарим. Меч. А это что за кочерга? Ладно, пускай будет факел. Так, у него что-то... А, у него есть. Но мне пока рановато такие носить. 4-й уровень уже. Это что такое за письмо? Отвар из грифона. Ладно, я думаю, пока нам не надо. Но есть какие-то эти ремонтные вещицы.
Давайте одну, может, возьмем, мало ли что у нас сломается. Так, это если меч лясный, да, это можно починить. Все, короче, давай, пока. Береги себя. Так, что у нас еще есть там по заданиям? Так, пока у нас только картиши. Чё, блядь, обзывается? Что я хуёвого сделал? Так, тут всякие задания у нас будут. Вот. Кстати, вон какой-то восклицательный знак, пойдем. Поузнаем, что такое. Блядь. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потренскивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Нормально. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Ну. Базар аккуратно. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастье. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. А все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Лепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. Бедненький коротыш. А люди не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. За бабосы можно и поискать. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я отдам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. Угу. Ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи. Добро, сейчас найдем твоего воспламенителя. Так, нам переключить задание. Блин, опять я не то щелкаю. Так, задание. Игра с огнем. А что, нет ничего внутри? Да, все сгорело к хуям. Так, вон цветочки какие-то. Потом когда-нибудь понадобится. Странно как-то. Нет никто. О, бля. Ага. Туда пошел. Возьмем еще цветочков. Блин, почему не переключается? Я ж по следам пиздую уже полдня. Следы сапог. Мужские, большого размера. Угу. О, бабулеты. Тише, блядь, Ярик, что ты уперся в этот стол? Кто-то вот выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Угу. Вдобавок ко всему он потерял башмаки. Так возьми себе, Гераль, блядь. Смотри, какие пиздатые кожаные, наверное. Так в то время, наверное, не было, блядь. Следы ведут обратно в деревню. А что-то местное, блядь. Кто-то аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик. А вот и все, вычислили. Тут след обрывается. Но я смогу узнать его пораньше. Сейчас хату выставим еще. Во, тут и похавать, и не только. Так, Геральт, возьми-ка сухофруктов. Хорошо, кукла Вуду. Тише, тише, что это за фризы? Следы когтей утопца.
Это все должно быть он. А вот и он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? О, какой острый не был. Только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Наихудшие? Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Что осталось, будет твое. Бля, хуй тебя знает, нахуй. А вдруг ты накидаешься, еще что-нибудь творишь, нахуй. Хуй с тобой, нахуй, живи, блядь. Ну давай договоримся. Если ты поклянешься, что перестанешь играть с огнем. Ну. Иначе я вернусь, и твои забавы кончатся слезами. Не только. Само собой, мастер-ведьмак. Матушка, клянусь. Ваше золото. И ваше здоровье. На погибель нильфам и нелюдям. И сколько ты мне отсыпал монет? 8? У меня было 90. А, опыта хотя бы дали. Пиздец, ну ты, конечно, блядь, меня озолотил. А нет, 20. А почему у меня 98? А, я покупал же набор этот. Точняк. Да что, блядь, за фризы, нахуй? Неприятности ищешь? Пошел нахуй. Корчма пустая стоит. Не то, что раньше. А до откуда вы эти деньги? Не сумел я выследить твоего поджигателя. Извиняюсь. Прости. Досадно. Ну, может, черные его поймают. Может, поймают. Может, хочешь что-нибудь купить? Я ж кое-какие инструменты все-таки вынес из огня. Наковальня тоже цела. Мог бы тебе на ней что-нибудь выковать. Мне ж теперь каждый грош пригодится. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Так, подожди, покажи свой товар. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, чертежи разные. Так, рубаха. Это мне нахер не надо. Седло. Сумка. Так, бля, у меня походу и денег особо нету. Да, блин, у меня и уровень так. Малый глиф. Не, короче, ладно, спасибо тебе за предложение. Будь здрав. Бывай. Так. Что у нас дальше по заданиям? Так, лихо у колодца. Пропавший без вести. Ну, давайте по очереди. Пропавший без вести. Это мне куда? Так, надо кобылу позвать. Нихуя ты из сарая выпрыгнула. Вот и я дома. Покатили. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали смотреть с ним. Ну, пошла нетруха. Пилит ебанарот. Сейчас тут вброд пройдемся. Так. Корыто чье-то стоит. Селега. Так, не хватает акшона, блин. Надо карту посмотреть. Может, есть кому-то вломить по пути. Ладно еще. Поедем, так. Но! Ехали. Бля, что-то я не туда завернул. Нормально коняшка шпарит. Все, Геральт, вылезай, приехали. Вот цветочки. Листья как на марихуану похожи. И честно ты разговариваешь со своей собакой?
Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Да ладно, понимаешь, что Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. С тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. Сука, знает, как от армуха откосить. Вот холера. Ну, так, поможем, конечно. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Гусар какой-то, блин, смотрю, пиздец. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гули. Для парада. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Да о чем речь? Где бабки, там и помощь. Геральт, у нас за бабки. Хорошо, я тебе что помогу, только... После битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нимфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. Давай. Поищем хозяина позже. Так, где мой конь? Котва хорош тут тащить. А что такое? Что это? Пизда. Ебать. Здорово. Добрый день. О! Эй, ты. Тетка, что ты? Я-то знаю. Эльза черным дает, сучка. Нихуя, только, блядь. Только выла, блядь, пиздец. Нахуй тут. Слезы ручьем уже, блин. Да, он дальше. Я хуй с ним. Так. Нихуя ты бодрый, блин. Давай, ладно. Ага. Я быстрее. Так, а есть что-нибудь у нас тут кого-нибудь присануть по пути? Нет, пока нет, ладно. Отдохни. Что отдохни, Геральт, надо ехать. Столько трупов. Да, блин, война на дерево, на как у людей. Что-то нарабилось это, а? Весело, наверное. Короче, Геральт, давай дальше пешком подрапали. Да что ты, блядь, тормозишь? Что выше? Где выше? Чувак, ты заебал нахуй. Полдня ждать. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело. Хорошо, что ты пришел, я уже стою, жду тут 10 минут. А? Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Погнали. Есть что-нибудь тут наебнуть? Вот, топор. Прах. Прах, наверное, мне не нужен. Мясо. Топор. Так, подожди. Тихо, 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 тихо. Геральт, ты можешь меч достать. Тише, блять, не пизди мне сразу порога. Ага. Да что ты пиздец? На, поешь огня. Здесь еще одна. Все. Здесь какие-то топоры, яд. Потом забарыжим кому-нибудь это все. О, меч, вода. Да, пацаны, тут у вас целое кладбище. Чё ты за мной ходишь? Мне как-то стыдно даже про тебя, блядь, лутать всех трупов. Что ж сделаешь? Надо, значит, надо. Как-то вы, блядь, туда забрались.
Ладно, хрен с ним, все не заберешь все равно. Хотя почему? Не, я тут, наверное, целый день буду так собирать пятерню. Эй, ты куда идешь? Ты что, хотел, чтобы меня сожрали гули? Да не-не. Ты куда идешь? Все, добрый, ладно, не ной, блядь. Заебал нахуй. Не видишь, я тут бизнес нахуй открыл. Топоры там всякие собираю. Труп как труп. Сам я не узнаю, Бастин ли это. Труп как труп. Да понял. Сам я не узнаю, Бастин ли это. Да что ты пиздишь, ты ж, блядь, секаду по голове нахуй. Помоги, помоги, нахуй. Ладно, хуй с ним, набрали, уже и так нормально. Это он? Нет, не похож. Хорошо. Блядь. Все равно же, блин. Ну так что, гусар? Чего ж хозяин? Жадность фрая разгубила, блин. Ладно, хватит. А сколько они вообще стоят? То есть, есть смысл мне их собирать? А где они, блядь, топоры эти? 17 18, нихуя, так можно миллионером стать. Ладно, хрен с ним, давайте задание выполнять, так можно целый день. Это он? Нет, это сын соседей. Блять, печально. Ну так что, гусар, чуешь хозяина? Ты заебал спрашивать. Это он? Это, блять, мы смотрели. Это сын соседей. Это тоже сын соседей. Блять, сколько же у вас соседей. А это? Ох, кожа вся сыщена. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Не, Герли, походу, это не он. А не, он. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Ладно, попиздили. Ёбнутая псина, давай лети скорее. А, вот. Вот недалеко. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он... Он тебя взял в плен, этот нильфгардец. Ага, и пытает, блядь. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок. Потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Ну, пиздец какой-то суровый тут, блядь. Если бы не этот братишка там загнулся бы в поле, нахуй, с остальными жмурами. Может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. Ну, и дохранят тебя боги. Сейчас еще загоним мечи. Все, пацаны, свободны. Так, что у нас тут на местности есть? Так, ну давайте ебанем сюда. Далеко, 100 метров. Ладно, давай, Гера. Пробежечку по лесу забенем.
Ебани водичкина. Ёб твою мать. Вот это я ебанул водичкина. Чуть ноги не поломал, блядь. Блядь, как-то тут все некрасиво. Ебани еще водички. Так, вот здесь у меня серебряный меч два, да? Серебряный. Гнездо, ну что, блядь, полетели? Давай, Герой, катайся, как никогда не катался. Да, Герой, ты ебанутый. Тихо. Минус один. Тихо. Как можно ящик сыграть? Да тише ты, блядь, Геральт, нахуй, ебана в рот, нахуй. Нажимаешь, блядь, Q, ты ебаная, нахуй. Хули ты не горишь, блядь. Да, блядь, вали ты, ебаный осел, блядь. Сейчас, блядь, правда, нахуй, сдохнешь, блядь. Попей водицы, блядь. Сука, что за хуетень? Ну вот, блядь, полная порода. Ну вот, заебись. Тише, блядь, по одному не надо. Не грызи мне спину, сука. Сука, чё, блядь? Не видишь, нахуй, как твои товарищи все сыграли, нахуй, в чемодан, блядь. Размялся немножко Геральдинья. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Надо, блядь, а чем хуем его расколотить, блядь? А это что за пионер? Нет нужной бомбы, блядь, а чем мне ее сколотить-то? Ремесло. Так, это не то. Блять, это тоже не то. Тогда что, это алхимия, что ли? А, ну да. Так, это что у нас? Селитра. Блин, у меня такого нет нихуя. Ладно, потом расколотим. Так, нам нужно добраться обратно в город. Ну, то есть в деревню. Так, и продать что-то нашу. Так, куда быстрее? Наверное, и так быстро. Девяносто метров. Это что, не в ту деревню, что ли, отправят? Не-не-не. Не торопись. Подожди. Мне же надо не в эту деревню, а вот сюда надо. Значит, до указателя, а там потом поедем. Быстрым перемещением. Так. Вот сюда. О, сейчас этому торгашу сейчас и славим наш. Приветствую. Здорово. Дай-ка взглянуть. Значит, это... Так, это все херня. Раз, два, три, четыре, пять. Что еще б тебе забарыжить? А где эти тупые топоры, я ж какие-то собирал, блин. Фи. Странная какая-то херня. Ну и ладно, хотя бы что-то нафармили. Все, покедово. Береги себя. Так. Эти карты это у нас собирать еще. Ой, вот тут все времени. Короче, ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Чтобы не пропустить новые видео, обязательно подписывайтесь на канал. Видео выходит по 2-3 в день. Поэтому, в общем, всем удачи. Пока. И что тогда сделали? Он
me, I know, girl.